Вот и ты, наконец. Я осмотрел развалины и уверен, что Карли... Нет, но я нашел ее лошадь. Не волнуйся, об этом я позаботился. На ней она не сбежит. Давай двигаться. Я хочу поймать ее внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Прости, мне казалось, что я тут главный. Ты ведешь, а я иду за тобой. Что непонятного? Только смотри в оба. Карлия коварна, как дюжина доэдра. Не хватало еще угодить в ловушку и предупредить ее о том, что мы идем. Смотри в оба и держи рот на замке. Считается, что в древние захоронения нордов иногда совсем нельзя проникнуть. Тут, судя по всему, не тот случай. Все совсем просто. Не знаю, почему про эти замки рассказывают столько небылиц. Все, что нужно, умение плюс крупица знаний. Вот и все после тебя. Смертью. Будь начеку. Потяни ту цепь и берегись шипов. Похоже, Карлия заново настроила все ловушки.
Теперь тут никого нет. Впереди еще две. Yeah.
Дядя!